Я много раз слышал истории про то, как челы, короче, дверью защемляли себе пальцы. Дверью, знаешь, типа в проем дверной пальцы вставили и им защемило. И после таких историй я стал очень осторожен с этими дверными проемами. Особенно, знаешь, не просто дверной проем, а щель, когда дверь открытая. Вот знаете, короче, есть щель, когда ты открыл дверь, но не проем, а именно щель там, где вот дверь открывается. Вы понимаете, о чем я имею в виду, да? Там где-то вот очень узкая щель. И если туда поставить пальцы, ты гарантированно 100% инвалид. Гарантированно, правильно, да? Не, то есть не проем. Если в проем поставишь пальцы, то это еще терпимо. Да, если тебя там уебет, как бы в зависимости от того, какая скорость двери. Но если ты поставишь в ту щель, там, где дверь вот именно двигается, да, там, где вот... И, как объяснить? Там, где петли дверные, да? Вот если туда поставить пальцы, это финишно. Я много таких историй слышал, поэтому я слышу за пальцами. Пальцы вот, ну, не травмировал. Вот, блин, вот та вот щель, там, где петли, это вообще пиздец. Если туда пальцы вставить, тебе конец. Тебе все, конец. Все, это конец. Ну, ты уже точно инвалид после этого. Потому что, ну, по-другому не может быть, правильно?